Всем привет! Сегодня хочу показать вам мои небольшие покупочки за последнее время. Но начну я с подарка. Мне подарили такую на работе коробочку для хранения мацы. Мацу я там не использовала, но в принципе сюда можно положить много чего интересного. Да? То есть хорошая коробочка для хранения. Ну а также, как всегда, я прикупила мои любимые шампунь и кондиционер от фирмы Гавайи. Кстати говоря, шампунь я сейчас пользуюсь с вишневым цветением. Но все равно прикупила Гавайи. Почему? Потому как была скидка 3 бутылки на 20 шекелей. Одна бутылка у меня уже в расходовании, кондиционер. Ну и шампунчик, как говорится, будет про запас. Следующим я прикупила вкусное, привкусное кофе. Вот такой вот фирмы Бини. Кстати говоря, вот написано sugar free, я даже не обращала внимания. Меньше, чем 2 калории на чашку кофе. А почему? Так как все время Галина Космиблог дразнит нас вкусным кофе. Все время она показывает разные вкусные ароматы у кофе, а у нас это ничего не продавалось. И вдруг в Инстаграм, не поверите, но я нашла, как говорится, увидела рекламу этих кофе. Давайте посмотрим. Я ничего еще не пробовала, так как получила это до праздника. На праздник мы это кофе не использовали, поэтому покажу вам, как оно выглядит в оригинале. Первое кофе это с белым шоколадом и малиной. Кстати говоря, прям видно, как белые вот такие, видите, частички там. Интересно. Очень интересно. Как только я это все попробую, я обязательно с вами поделюсь. Следующий это алмонд. Миндальные орешки. Такая вот штучка. Кстати говоря, здесь в баночке 50 грамм. Была какая-то скидка, я не помню. Я увидела, заскочила на сайт и закупила все возможные варианты, те, что были, кстати говоря, в наличии. Следующим кофе двойной шоколад. Вот, видимо, double chocolate. И тесто печенье. Вот я не знаю, что они имеют в виду тесто печенье, наверное, просто со вкусом печеньки. Следующих два со вкусом кокоса. Ой, я знаю, кто у нас любит кокос. Альмира, вот напиши мне, пожалуйста, любишь ли ты кофе со вкусом кокоса или только продукты уходовой косметики. И сладкая корица. Это, кстати говоря, все растворимый кофе. Это не черный. Тут написано, как им пользоваться. Для тех, кому нужны ингредиенты. В принципе, они все написаны на иврите. Кстати говоря, что удивительно. Наклейку клеили для нас. И еще Irish Cream. Думаю, должно быть это очень вкусно. И кремовая карамелька. Вот такие вот вкусы получилось я прикупила. Опять же, напоминаю, что я взяла только то, что было в наличии. Получилось, сколько это у нас? 8 разных баночек с кофе. Но это, девочки, еще не все. Также я прикупила, девочки, вот такой вот милкшейк. Тут, правда, написано, что это тофи пудинг. Твердый, такой густой шейк. Ну, не знаю, попробуем. Попробуем со вкусом тофи. Это получается со вкусом конфетки. Они тут все заклеили. Наклеили наклеечку для нас, чтобы вы могли читать, для тех, кому непонятно. Вот, но, в принципе, опять же, будем пробовать. А второй шейк вот такой вот. Называется Eton Mess. Даже не представляю, какого он вкуса. Надеюсь, что это что-то вкусненькое. Честно говоря, я увидела красненькое, подумала, что это клубничка или малинка. Вот, но не знаю, попробуем. Вот тут предлагают сделать на молоке без молока. Но я не знаю, тут, в принципе, очень большая такая... Большой пакетик. Тут написано, что на каждых 200 мл, да, холодного молока нужно всего лишь 20 грамм вот этого порошка. А тут у нас достаточно большой пакетик. К сожалению, опять же, они заклеили. Сколько здесь грамм? Но я думаю, где-то здесь до полкило, может быть, 200-300. Я знаю, короче говоря, нам хватит несколько раз попробовать и понять, как говорится, вкусно это или нет. Но это еще не все. Я еще прикупила вот такие вот наборчики, целых 4, показывать их не буду, так как они все одинаковые. Но то, что мне понравилось в этом наборчике, здесь идут порциональные, да, кофе порциональное. И здесь, кстати говоря, уже у нас есть больше вкусов, чем мы видим здесь, так как было что-то не хватало. Вот у нас есть, ну, печенька мы видели, двойной шоколад, Irish Cream также видели. Так,
карамелька, коконат, этот кокос, вот, вот этого у нас еще не было, шоколадный апельсин, вот, и, кстати говоря, два, так как можно попробовать вкусняшку, корицу мы видели, мятный кофе, вот это будет интересно попробовать, так, печенюшки, опять мята, у меня такое ощущение, что их здесь по два. Значит, все, что только у нас не было в больших баночках, это получается мятный и апельсиновый. Но я знаю, что там еще был, по-моему, с вишней и что-то было еще. Короче говоря, надо будет все это проверить. Опять же, все время смотреть наличие. Я уже с ними разговаривала, с самой фирмой, и они сказали, что скоро, да, то есть надо все время проверять наличие. Ну, это все, как говорится, из съедобности. Переходим к носочкам. Прикупила своим детям вот такие вот носочки. Кстати говоря, видела я впервые их. В одном месте мы увидели их 5 за 100, а мы приобрели 6 за 100. Каждый из нас выбрал тот, который ему понравилось больше. Одну пару мы уже передарили. Получается, здесь у нас только 5 носочков. Ну, и я выбрала себе вот такие вот симпатяшные с бокальчиком вина. Чтобы как раз к нашему празднику Пасхи нужно было выпить 4 бокала вина. И это было как раз. Следующим я прикупила под гель-лак вот такую вот базу. Это даже как бы не база, а написано бондер. То есть я не понимаю, то ли это праймер, то ли это как скрепитель. Я не знаю, как у кого он называется. Еще не пробовала. Вот хочу попробовать вместе с ним и посмотреть, будет ли лучше держаться лак, да, гель-лак. Но самое интересное, что вот этот бандер я купила от Сакары, а лаки у меня от Beauty Care и еще пару, которые мне девочки дарили. Дальше заскочила я в Beauty Care прикупить еще пару подарочков девочкам, которые выиграли у меня в конкурсе. Но я им еще не успела отправить, так как у нас были праздники. И тут была, как говорится, ну, почта очень неудобно работала, поэтому не получилось отправить. Сначала я купила детям вот такие вот ножнички и щипчики. Кстати говоря, вы можете даже посмотреть на их цену. Ножнички стоят 4,90, а щипчики 1,50 шекель. Вот. Очень удобная вещь. Затупилась, купили новую. Приобрела вот такие вот падики для снятия лака. То есть это падики, пропитанные жидкостью для снятия лака со вкусом вишенки. Очень удобная вещичка. 32 штучки здесь, знаете, особенно если вот едете в дорогу, очень удобно. А также вот такие вот тенюшки. Я уже брала такой наборчик девочкам на подарки. Это в номере A. И они сказали, что им понравились эти цвета и гамма. Вот, и я, в принципе, старалась выбрать такую, знаете, которая подойдет всем. Следующим я взяла вот такой вот бальзамчик с кокосиком. Очень удобный, приятный. Мне кажется, знаете, это такой прозрачный, что можно его и как бальзам использовать, и под какую-то стойкую помаду, как кому нравится. И вот такой вот масочку от Beauty Care. Кстати говоря, здесь немножко они заводят заблуждение. Они показывают, что это маска тканевая, но нет. Это маска кремовая, то есть ее можно использовать на много-много раз. Опять же, в зависимости от того слоя, который вы наносите. Но ее надо смывать. Окей? Это маска противовозрастная. На лицо и на шею. Хорошенькая. Я ее пробовала уже и не раз. Мне понравилось. Вот. И еще прикупила вот такую помадку от Beauty Care. К сожалению, не могу ее показать, так как она запаянная. В номере 46. Но цвет тоже мне очень понравился. Я выбираю, девочки, на свой вкус и цвет. Ну и вишенка всего этого. Девочки, наконец-то у нас открыли наш морской базар, наш морской привоз. Я такая довольная, как я вам не могу передать. И что же я там прикупила? Тоже, девочки, на подарочки. Во-первых, вот таких вот 2 наборчика от Rimmel. Не обращайте внимания на цену. Это цена, которая была, видимо, в магазине. Кстати говоря, они по 2 разными номерами. Одна в номере 001 Golden Sands, золотые пески, а вторая 002 Coral Glow. То есть, такое коралловое свечение. Тут даже вот показано, как наносить. А тут надо, наверное, наклеечку снять. Вот такие 2 наборчика, совершенно новые, запаянные. Вот. Нет, то, что я прикупила для себя, я взяла себе 2 пудры. И в такой пудре у меня еще Rimmel не было. У меня были, знаете, такие кругленькие, там, где крышечка как бы так легко держится.
Я взяла в номере 001 Light Porcelain и в номере 002 Soft Beige. 002 у нас закрыта, я пока ее открою, может быть, кому-то пойдет на подарок. А мы посмотрим 001. Так. Вот так вот она выглядит светленько. И тут у нас идет зеркальце. С вот такой вот типа а-ля пуховочкой. Прорезиненная. Кстати, вот это, по-моему, больше подойдет тем, кто пользуется мейкап. Кстати говоря, такой пудре, еще раз повторюсь, я не пробовала. Вот. Очень нежная такая, мягенькая. Класс. Короче говоря, буду пробовать и такую. А, тут я написала. Двойное мокрый и сухой финиш. Интересно. Waterproof. Не знаю, что они имеют в виду. Можно с ней купаться в море. Может быть и так. Следующим. Наконец-то. Я приобрела, девочки, H4 геля для бровей. Мой любимый, прозрачненький. Не помню, как, вот он. В номере 004 Clear. У меня было, наверное, штуки 3-4, может быть, больше даже. И некоторые из них я подарила. Я ими очень довольна. Я рада, что я их увидела. И, честно говоря, я, по-моему, забрала все оставшиеся гели для бровей. Там, по-моему, больше ничего не осталось. Следующее я прикупила вот такую вот помадку-карандаш от Rimmel. Так, девочки, я не вижу названия. И эта помадка как бы а-ля запаяна, но мы ее чуть-чуть легонько откроем. Я хочу вам показать сам цвет. Вот такая вот красотка. Очень приятный, такой нежно, да, приглушенный такой розовато-сиреневатый цвет. Очень красивый такой цвет. И тоже, опять же, не делаю сводчик, так как я не уверена. Или я оставлю ее себе, или я ее передарю. Но пока что я вот не вижу номера. Единственное, что я не вижу ни названия, ни номера помады. Если кто-то в курсе, подскажите, пожалуйста, где это искать. И последним я прикупила 4 карандашика, а 5-й он мне сделал в подарок за покупку. Первый я прикупила вот такой в номере 211 Sable. Это, видите, тут с растушевочным концом. Я так понимаю, что это автоматический карандаш. Еще один карандаш я взяла в номере 049 Natural. Ну-ка, нет, они все-таки запаяны. И, видимо, в подарок я схватила еще один, точно такой же. А также я взяла в номере 014 Wild Clover. Это дикий. И последний карандашик в номере 021 Denim Blue. Кстати говоря, он здесь запаян, но он, по-моему, да, он вот он вынимался. Я тоже посмотрела на базаре, что он аккуратненький, что его никто не трогал. Опять же, посмотрим, что победит, мое желание этим пользоваться или кому-то подарить. Вот такие вот небольшие покупочки у меня были за последнее время. Напишите мне, пожалуйста, любите ли вы разные кофе с разными вкусами. Если да, то напишите, какой ваш любимый вкус. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.